Городской житель сравнился с сельским жителем. Диеты – палка о двух концах. Можно до хрипоты спорить об их полезности, но вопрос, можно ли без них обойтись? Хотите знать ответ? Посмотрите на эту карту. Это карта ожирения и избыточного веса, атаковавших планету. Самые толстые люди живут в США и Англии. Центральная Европа тоже старается не отставать. А вот Африка и островные государства не жиреют. Почему? Оказывается, исключительно по причине низкой покупательной способности населения. Там невыгодно продавать фастфуд, с одной стороны. А с другой, некому продавать препараты для похудения. То есть, аборигенам просто не на что толстеть и худеть. А с недавних пор некоторые активные блогеры всерьез обсуждают интересную тему. Они одни и те же люди продвигают и фастфуд, и сжигатели жира. Звучит более чем правдоподобно. Заразить вирусом, чтобы продать лекарства. Мы встретились с героиней нашего фильма Ларисой Вейсара через 2 недели после съемок.